Привет, ребята, это Настя. За последние несколько лет мои интересы в сфере образования очень сильно эволюционировали. Если 4-2 года назад даже я больше всего интересовалась вопросами памяти, чему свидетельствует бесконечное количество видео про это на этом канале, то сейчас мне больше всего интересно вот этот путь от новичка к эксперту, от состояния, когда ты просто заучиваешь существующие знания, до состояния, когда ты можешь критически оценить разные, очень часто противоречащие друг другу знания, и также, может быть, даже можешь создать что-то свое. И, естественно, здесь одной памятью не обойтись, и сегодня хотела с вами поговорить про три таких тренда или, может, продвинутые стратегии в обучении именно в этом процессе от новичка к эксперту. Итак, первое — question-based learning. В 1960-х годах в Америке в школах медицинских начали внедрять problem-based learning. Это значит, что вместо того, чтобы, скажем, студент сел и зубрил учебник по физиологии от корки до корки, студентов объединяли в группы и давали им какой-то кейс пациента. Этот кейс заключался в какое-то описание каких-то симптоматики, с которой пациент столкнулся, может быть, результаты каких-то анализов, и на основе таких данных эта группа студентов должна была создать гипотезу касательно того, что это может быть, определить, какая необходимая информация, знания им необходимы для того, чтобы сделать диагностику и сформулировать лечение, самостоятельно найти эти знания, понять этот материал и предложить диагноз и предложить лечение. В других дисциплинах такая педагогика тоже есть, но она может называться по-разному. Например, в науке это чаще всего называется inquiry-based learning. Например, в Хагзе в Гарварде я работала на проекте для младшеклассников, который помогал детям учить науку экосистемы. Конкретная программа, над которой я работала, представьте себе нечто как Sims, и дети учат экосистему пруда. Они начинают играть и видят, что все рыбы в пруду умирают. И дальше на протяжении целого месяца на каждом уроке по науке они собирают в этой игре информацию о качестве воды, об осадках, о сточных водах, о микроорганизмах, которые живут в пруду. Они ходят там по этому миру, как симсы, и общаются с людьми, которые работают в лаборатории, и интервьюируют людей, которые ухаживают за прудом. Таким образом, они собирают данные, собирают знания, чтобы сделать гипотезу, почему эти рыбы умерли, и протестировать ее в этой же игре. Другой пример question-driven обучения — это кейсы. Как вы, возможно, знаете, многие бизнес-школы преподают именно по кейсам. Кейс — это 10-20 страниц описания какой-то бизнес, в случае бизнес-школ, ситуации, где описывается внешняя ситуация, не знаю, например, рынок, экономическая ситуация, конкуренты и внутренняя ситуация твоей компании, как какие-то hard вещи, числа, не знаю, финансовые документы или документы по продажам, все такое из компании, так и более soft вещи, динамика отношений между работниками или что-то такое. И на основании всей этой информации ты представляешь себя, это реальная ситуация, которая была в прошлом. Кейсы — это как бы создано на основе того, что действительно произошло, но тебе не рассказывается, как же ситуация разрулилась в конце концов. Ты представляешь себя на месте протагониста, на месте менеджера этой компании, там, CEO, президента, что угодно, и ты продумываешь, как бы ты поступил. В моей школе образования тоже кейсы используются, только в нашем случае ты представлял себя, например, ректором какого-то университета или кем-то там, ну, не министром образования в Америке, но тем, кто в штате ответственен за все публичное образование. И то же самое, на основании данных, которые тебе были даны, тебе нужно было продумать, как бы ты поступил. Еще один вариант такой педагогики — это project-based learning, то есть проектно-ориентированное преподавание. И я вам хочу его объяснить на примере JetBrains. JetBrains — это компания, которая создает программы для девелоперов, в которых они кодируют, создают свои уже программы. И я познакомилась с JetBrains, когда еще училась в университете Вены, потому что Венский универ, как и многие университеты вокруг мира, используют их бесплатную для университетов обучающую среду разработки, PyCharm Edu называется. Но сейчас у JetBrains также появился ресурс для будущих программистов, обучающих JetBrains Academy, на котором можно учить Java, Python, Kotlin и веб-разработку. Вы, кстати, можете это попробовать, это совершенно бесплатно, до 5 месяцев обучения JetBrains позволяет учиться бесплатно,
просто выбираете свой трек, это язык программирования, ваш уровень и один из 150 предлагаемых проектов. Проект — это полноценная программа на выходе, которую вы сами закодируете, даже если вы полный начинающий. JetBrains для вас сгенерирует персонализированный учебный план, состоящий из индивидуальных шагов, которые нужно делать для того, чтобы вот идти к этой цели создания этой программы. В любой момент вы можете на карте знаний смотреть, какие навыки и концепты вы уже прошли, и система это также следит за этим и учитывает в последующем, чтобы не заставлять вас проходить одно и то же в разных проектах, потому что это может быть скучно и демотивировать. Каждый шаг в учебном плане представляет из себя небольшой кусочек теории и практики, которые необходимы именно для этого шага. И кодировать вы будете свой проект сразу же в профессиональной среде разработки JetBrains IDE. Это именно те инструменты, которые используют профессиональные разработчики. Еще у них всего там 280 тысяч студентов на платформе, есть разные функции, которые позволяют общаться с другими коллегами-учениками. Когда вы заканчиваете свой проект, вы его можете сразу загрузить на GitHub, это такой портал, как резюме для разработчиков. Вот это прям идеальный пример проектно-ориентированного обучения, где вы не просто читаете какую-то теорию, а потом выполняете просто упражнения ради упражнений. Нет, вы работаете над финальным продуктом, и в ходе работы над чем-то настоящим вы также учитесь. И, как я сказала, действительно, вы можете целый 5 месяцев учиться совершенно бесплатно. Ссылка будет в инфобоксе, по ней вы регистрируетесь. Никакой кредитной карты, никакой подписки. Регистрируетесь бесплатно, получаете сразу 3 месяца. Если за эти 3 месяца вы делаете первый этап своего проекта, вам автоматически начислится еще один месяц. А если за этот месяц вы закончите полностью свой проект, то еще один месяц. Итого целых 5 месяцев для обучения. Так что наслаждайтесь. Если вы сейчас думаете, ну то программирование для взрослых, ну как такое возможно в нашем формальном образовании? Я на самом деле за эти 2 года видела огромное количество примеров question-based, в том числе проект-ориентированного обучения, просто в обычных американских, но все равно школах, в обычных. Например, в одной школе старшеклассники, преподаватели физики и геометрии объединились и дали старшеклассникам многомесячный проект по разработке плана постройки здания на местности со склоном, и это требовало от них навыков и геометрии, и физики для того, чтобы разработать эти проектные планы, и им еще помогало архитектурное бюро, но окей, это специфика Америки, что бизнес готов работать со школами, хотя нам никто не мешает попробовать и обратиться к маленьким компаниям. Всегда можно получить отказ, но вдруг кто-то согласится. Но, например, другая вещь — это начальная школа, где дети инвестируют на протяжении всего учебного года какой-то маленький портфель денег и учатся сбережению и compound interest, не знаю, сложному проценту, вот. My business is called Bling Things. I put rhinestones on accessories and electronics. As a culminating activity, eighth graders apply what they've learned about marketing, income projections, and other aspects of creating a business by writing and presenting business plans. Или школа Native, школа такая в Америке, где дети по истории обществознанию снимали этнографический документальный фильм для других детей школы-партнера в Мексике, которые тоже снимали такой этнографический документальный фильм про их жизнь в Мексике, и потом они обменивались этими результатами. Students conduct research into their own unique heritage. They then write stories, draw pictures, and take photographs. We're going to send this digital picture to the green group in Thailand. We're going to write first a greeting and then we're going to tell them about the picture that we're sending them. Это может сегодня казаться огромным новшеством, но на самом деле это то, с чего передача знаний начиналась, когда у людей, у экспертов были подмастерья, и они в ходе проектно-ориентированной работы передавали им свои знания. Но потом с индустриальной революцией, когда нам нужно было поставить образование на поток и сделать его доступным для массы, когда у нас 30 учеников и один преподаватель, мы пересели за парты в больших учебных classroom, и у нас один учитель на 30. Возможно, вы спросите, насколько такой подход эффективный по сравнению с заучиванием информации, уже структурированной и
подобранные для тебя из учебника. Из исследований американских медшкол мы знаем, что те, кто учится по PBL, Problem-Based Learning, они в целом примерно имеют такие же результаты по воспроизведению научных фактов, такого типа ассессмента, оценивания, да, потому что все зависит от того, что мы оцениваем. Но если мы оцениваем такой вот традиционный экзаменационную способность на экзамене воспроизвести научные факты, то более-менее результаты одинаковые как у традиционного обучения, так и у problem-based learning. И, может быть, даже вот если это чисто научные факты, то традиционное обучение позволяет студенту лучше воспроизводить их немного. Но в то же время способность решать нестандартные проблемы. Студенты, которые учились не по традиционному, а по problem-based, они делают это лучше. Но огромный дисклеймер тут от меня. Ребята, я это все рассказываю не с посылом, что вот смотрите, какие прогрессивные методики образования, и нам бы такие. Это вообще не мой point, потому что эти вещи, они все еще изучаются, и тут много чего зависит от дисциплины, от того, какие у тебя ученики, начинающие или продвинутые, от квалификации преподавателя сделать такую, использовать такой педагогический подход, от культуры студентов, насколько они, вся их учебная история до этого момента наделила их навыками необходимыми, чтобы преуспеть в такой системе, да, от, наверное, каких-то ресурсов, не знаю, школы, преподавательского состава и внешнего комьюнити вокруг школы, как я сказала, вот на одном из проектов была задействована архитектурное бюро, например, которое было в районе этой школы. То есть это, тут неоднозначно это лучше другого, дело не в этом. И более того, скорее всего, эти вещи совершенно не взаимоисключаемые, но есть место для того, чтобы учить из учебника, заучивать, и есть место, чтобы учиться через question-based learning. Вопрос в том, что если система, где используется исключительно только обучение из учебника, вероятно, в чем-то теряет в плане мотивации студентов и в плане развития каких-то навыков у них, помимо просто заучивания материала. Как это будет выглядеть в будущем в каждой стране, в каждой дисциплине, время покажет. То есть мы сейчас только, ну, можно сказать, прогрессируем, а можно сказать, немножко возвращаемся к истокам, к тому, что было. Вторая критическая стратегия в обучении для превращения в эксперта — это deliberate practice, то есть умышленные тренировки. Возможно, вы слышали про power law of practice, которая заключается в том, что связь между вложенными усилиями и нашим прогрессом в какой-то дисциплине, она нелинейная. То есть в начале, когда мы начинаем что-то учить, мы очень быстрыми шагами видно, насколько мы улучшаемся с каждым днем. Но потом настигает точка плато, когда количество вложенных часов приводит все к меньшему и к меньшему и к меньшему результату. И это в английском еще называется natural learning curve, именно потому что с этим нет ничего плохого. Именно так и выглядит человеческий процесс обучения, что если мы просто продолжаем разменивать время на обучение в любой форме, как бы оно ни выглядело, то мы очень после какой-то точки наш прогресс скатится на нет, даже если мы будем те же часы вкладывать. Умышленная практика требует очень четкого понимания, что именно ты сейчас тренируешь, какие твои цели. Она требует огромного усилия когнитивного и концентрации в момент тренировки, и она требует постоянной обратной связи от кого-то более экспертного. Иногда это может быть что-то автоматизированное, но чаще всего это более экспертный человек, который может тебе давать постоянный этот фидбэк. И в особенности про концентрацию хочу подчеркнуть, что это умышленная практика — это совершенно не процесс потока, и это оба говорили, и Csikszentmihalyi, и Эриксон, они про это говорили, что это два совершенно разных состояния. Более того, больше чем пару часов заниматься deliberate practice, в состоянии deliberate practice, просто невозможно когнитивно для человека. Меня очень часто спрашивают, я в каких-то видео говорила, что вот, говорят когнитивисты, что больше 4 часов в день deliberate practice сделать невозможно, потому что у нас просто не хватает когнитивных ресурсов для этого, и мне часто пишут, но как быть, в школе я сижу 8 часов, а потом еще делаю уроки 4 часа. В том-то и дело, что
в особенности на уроках мы точно не находимся в состоянии глубокой работы и deliberate practice. И также и уроки мы не делаем чаще всего в таком состоянии. Это может быть очень маленькие периоды. То есть если вы это делали, то вы это чувствуете, когда вы каждую минуту работаете с максимальной концентрацией на грани ваших существующих навыков, пытаясь расширить эти границы. И в таком состоянии, когда нам нужно максимально использовать ресурсы нашей рабочей памяти, чтобы, потому что когда ты работаешь на грани, у тебя еще нет долгосрочной памяти этих навыков, ты их берешь откуда-то из своей внешней среды, держишь в краткосрочной памяти и пытаешься их применять для того, чтобы они... это active processing называется, для того, чтобы они перешли в конечном итоге в долгосрочные, это очень трудоемкий процесс, и понаблюдайте за собой, но никто долго его не делает. Я знаю, что музыканты, например, которые тренируются на концертах, это 1.5 часа обычно, после этого это отдых. В американских источниках я читала даже, это какой-то сон небольшой между подходами. Кстати, готовясь к этому видео, я решила посмотреть, что там нового у Андерса Эриксона? Это автор, который, исследователь, который изучал тему, экспертизы, и это его концепт deliberate practice. И, как вы понимаете, из моих А и Э, я узнала, что его не стало в июле или июне этого лета. 4 года назад он написал вот эту книгу «Пик», где он саммаризировал свои исследования. Ему было всего лишь 72 года, что для академика это вообще ничего. И очень-очень-очень жаль. Я, конечно, не знаю, расстроена была это услышать. Так, ну и последний фактор в становлении эксперта — это трансфер. Меня, на самом деле, очень часто спрашивают, какой смысл в образовании? Очень хороший вопрос, на самом деле, с очень четким ответом. Цель образования, не смысл, а цель. Цель образования в трансфере. Трансфер — это способность абстрагировать знания, которые мы получаем от контекста, в которых мы их получаем, чтобы вот эту суть самих знаний, это называется глубокое структурное, deep structural knowledge, глубокие структурные знания, чтобы иметь возможность применить их в новом контексте для решения новых проблем. Но я сразу хочу сказать, ребята, что я не говорю про тот распространенный, но, к сожалению, как говорят исследования, ошибочный пример трансфера, когда говорят, что геометрия, латынь, игра на музыкальном инструменте или игра в шахматы приводят там к развитию логики. Может быть, кто-то из вас сейчас это услышал, и вы испытали какое-то негативное чувство несогласия или разочарования, потому что, может быть, вы делали это, может быть, вы играете на фортепиано или вы играли в шахматы, и в то же время у вас крутая логика, и вы всю жизнь, как бы, это часть вашей личности, вы всегда думали про себя, что вот потому что я это делал с детства, поэтому я настолько крут. К сожалению, 40 лет делают исследователи исследования на эту тему, и не находят они действительно этому подтверждение, что действительно есть такой трансфер из этих доменов на другие. Но это совершенно не отнимает от вашей крутости и ваших достижений. Вы можете играть на фортепиано и играть в шахматы и иметь классную логику. Просто с научной точки зрения, ну, нет пока на данный момент никакого подтверждения казальности, как бы причинно-следственной связи между этими вещами, но это никак не отнимает от того, что от вашей крутости, от вашей личности, окей? Но внутри нашего профессионального домена мы, конечно же, хотим, чтобы выученные знания позволили нам решать новые проблемы. Например, с тем же JetBrains, когда вы сделаете проект и в ходе этого проекта выучите какие-то навыки программирования, мы, конечно же, надеемся, что вы сможете использовать эти самые навыки в новом проекте, в новой форме, например. И в то же время большинство из нас выходит из формального образования с очень инертными знаниями. Вроде как когнитивный ресурс у нас есть, если нас протестируют на эти знания, мы получим нормальный, хороший результат. И в то же время, когда нам нужно, чтобы эти знания помогли нам решить проблемы в мире, они почему-то для нас недоступны. Это происходит, потому что все, что мы учим, состоит из поверхностных контекстных деталей и глубинного структурного знания. И это просто мой перевод на действительно академические термины, которые используются в этих исследованиях.
И когда мы новичок, мы всегда первично обращаем внимание на контекстные поверхностные детали. Так работает наш мозг, это не ошибка, мы так продизайнены. Мы можем понять то, что мы уже знаем. То есть, например, если мы возьмем, ну я, например, возьму article, статью научную по космологии, даже если все слова, из которых состоит эта статья, будет мне понятно с точки зрения это слово само по себе мне знакомо, все вместе не будет иметь для меня никакого смысла. Мы все время повторяем на английском what you can know, что ты можешь знать, depends on what you already know, зависит от того, что ты уже знаешь. Мы не можем прицепить новые знания к нашей модели мира вне какой-то связи с тем, что мы уже знаем. Именно поэтому, когда студент, ученик, например, в школе учит какое-то историческое событие, он учит, когда это было, кто там, что там, где это происходило. Все это для него доступно, потому что это соответствует тому, что он уже знает. В то время как понять динамику межличностных, межстранных отношений, которые происходило в этот момент, понять значение этого исторического момента, как это связано с предыдущими какими-то действиями, и провести параллели между этими событиями и современными событиями. Вся та информация, которая действительно более важная в плане изучения истории для того, чтобы экипировать нас знаниями, для ризенинга, для мышления, она недоступна в тот момент ученику. И это абсолютно нормально, что это один из этапов развития экспертности. Другой вопрос, что нормально ли, если наше формальное образование не идет дальше, чем это? Должны ли мы сделать что-то, чтобы останавливаться, чтобы большинство людей проходило через этот этап и добивалось больше экспертности? Это открытый вопрос, я не делаю никаких заявлений. Но это нормальная стадия. Есть много педагогических подходов, которые помогают ученику увидеть структурные знания, а не только поверхностные. Например, один из них — это контрастирование, и самый доступный пример — это дегустация вина. Когда ты только начинаешь учиться разбираться в вине, то ты что не пьешь, ты не можешь понять, что ты только что почувствовал. Но опытный преподаватель может так подобрать два вина, чтобы на фоне контрастирования между ними, вот между ними они были практически одинаковые, но между ними было бы то главное отличие, которое он хочет тебе, чтобы ты заметил. И на этом контрасте ты даже как новичок, способен обратить внимание на то более глубокое структурное знание, которое по-другому, если бы ты только одно из этих вин попробовал, ты бы никогда на него не смог обратить внимание, потому что оно тебе недоступно в данный момент. Эти три концепта, ребята, я с ними просто, как на английском говорят, scratching the surface того, что такое экспертная педагогика и путь от новичка к эксперту. Мне на самом деле очень хочется больше принести этих знаний на эту платформу, на этот канал, но, честно говоря, я ушла уже в такие академические дебри, что я просто сижу и не могу понять, как мне принести эту информацию так, чтобы ее и не сильно упрощать, но и в то же время, чтобы она была релевантной для широкой аудитории. Ну а на сегодня пока это все, ребята. Если вы хотите попробовать проектно-ориентированное обучение с JetBrains бесплатно 5 месяцев, то я оставлю ссылку внизу, и увидимся с вами в следующем видео. Пока!